Серьезный ДТП в Пронском районе. Около Новомичуринска автомобиль столкнулся с мотоциклом. В результате аварии погиб 15-летний пассажир мототранспорта. Водитель в состоянии комы доставлен в реанимацию. По словам мужчины, управлявшего автомобилем Рено, выезжая с привокзальной площади, он убедился в отсутствии транспортных средств и начал движение. В этот же момент на проезжей части появился мотоцикл «Хонда» под управлением подростка, который на большой скорости приблизился к автомобилю. Водитель Рено не успел среагировать и избежать столкновения. Как выяснилось позднее, у несовершеннолетнего не было водительских прав, а мотоцикл ему подарили родители. Родители, которые покупают в качестве игрушки своим несовершеннолетним мототранспорт, зачастую не задумываются о последствиях, которые могут быть, и никогда не учатся на чужих ошибках. Госавтоинспекция напоминает, что управлять скутером или мопедом можно лишь по достижению 16-летнего возраста при наличии водительского удостоверения категории М. Мощным же мотоциклом, объем двигателя которого превышает 125 кубических сантиметров, можно управлять лишь при достижении 18-летнего возраста и при наличии водительского удостоверения категории А.